Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Добавили новое групповое подземелье. Вот поговорим об одном из них. Подземелье несложное на легком уровне. Если брать и кайтить мобов по кругу, и они вас зажмут, очень быстро уходит хп. Первая волна 6 охранников и мини РБ ратник Кетра. Урон не сильный от РБ. Если первые три волны не отличаются друг от друга ничем, 6 охранников и РБ, то четвертая волна, кроме охранников, еще появляется РБ Машу, Орга и Гайга. 3 мини РБ, но ничего страшного, они медленные, кайтим их по кругу, пока не закончится охрана. Пятая волна, появляется сам Кетра. Убивая последнего РБ, заканчивается данж. Магам соло можно проходить. За охрану дают в районе 20-50 тысяч адены, за мини-боссов в районе 300-400 тысяч адены. И 1,5 миллиона опыта. А вот за четвертую волну боссов 2 миллиона опыта. С каждого. Но мне по крайней мере столько давали. Баночку на опыт есть смысл юзать в начале подземелья. Это весь данж, до новых встреч, лайк, подписка, обязательно, если тебе нравится контент.